Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. У меня проблема такого характера. Маме по медицинским показателям нужна строгая диета, которую она игнорирует. Как до нее тактично донести все мои попытки, или игнорируются, или переходят в руки. Посмотрите, какая здесь по факту получается ситуация. Вы пишете прямо, что проблема ваша. Вот. А если проблема ваша, то в чем она? Если это ваша проблема. То есть, вот. Как бы вы... корректировали бы свое поведение, например, как бы вы скорректировали свое поведение, чтобы вот, ну, условно говоря, да, не вызывать ругань у вашей мамы. Вот, потому что пока что вот получается так, что у вас есть что-то вроде своей проблемы, собственно, которую вы пытаетесь вот, в данном случае как-то вот решить. Ну, как бы за счет мамы. Вот. Что, конечно, является, ну, на мой взгляд, вот, ну, позицией, скажем так, в никуда. Понимаете, да? То есть это вот как бы то, что ведет вот в тупик, по большому счету. Это очень, очень важно понимать. Вот, очень важно ну, очень важно в этом отдавать себе отчет, потому что мама, она реагирует именно на то, что
вы как бы за ее счет пытаются решить вот, скажем так, вот свою проблему, вот, что является, конечно, деструкцией. Следующий момент. На который хочется обратить ваше внимание. Заключается в том, чтобы по возможности говорить с мамой на ее языке. Вот. То есть говорить на языке, как бы понятным для нее в первую очередь. В противном случае она действительно вас не поймет. Ведь, например, сейчас, допустим, вы говорите о том, для чего это нужно вам. Вот. К примеру, для чего это нужно вам? Понимаете, да? О чем идет речь? Вот, для чего это нужно конкретно вам? Сейчас пока это совершенно не, непонятно. Пока что. Вот. И вот когда вы сможете своей маме донести именно, подчеркиваю, донести, для чего ей это нужно? Ну, то есть вот, как бы, зачем ей это нужно? Тогда ситуация будет лучше, чем сейчас. А сейчас, по сути, ваши действия, как вот, как мне кажется, приводят к тому, только что она,
воспринимает это как давление. Вот. Ничего в этом вот смысле хорошего для вас нет, быть не может. Прекрасно понимаю. Прекрасно понимаю, что вы переживаете. Прекрасно понимаю, что вы переживаете за значит, свою маму. Вот, прекрасно понимаю, что вы за нее беспокоитесь. Вот, но о своих переживаниях тоже нужно уметь грамотно человеку рассказать. Так, чтобы вот она поняла именно, что вы действительно за нее переживаете, а не вот, условно говоря, хотите что-то свое, да, продвинуть. Ну, ей, например. Вот. Понимаете, какая штука. То есть это вот момент такой, достаточно деликатный. Дальше. Люди по-разному встречают свою болезнь. Вот. То есть, ну, люди по-своему сейчас болезнь, вот, и часто очень часто результатом того, что людям тяжело и трудно принять, что они больны, является как раз отказ об лечении. Вот. Отказ от следования там. Прописание врачей и так далее. Вот. Потому что как бы, ну, делать это означает признать, что вот признать, что со мной что-то не так. Признать, что у меня есть проблемы. К сожалению. То есть это вот такой вот довольно неприятный момент.
Поэтому это вот, как мне кажется, тоже нужно учитывать этот аспект. Тоже нужно учитывать, что ваша мама вполне возможно. Как-то вот не хочет, чтобы ее воспринимала как больную, ну и всеми силами пытается от этого оградиться, отказываясь, отказываясь от диет, то есть, вот. Неприятная ситуация, безусловно, но тем не менее. А плюс ко всему, давление, которая вы на нее оказываете, может вызывать такое вот чувство, ощущение, что, что проблема не серьезная. Может вызывать чувство, ощущение, что проблема такая пустяковая. И это в общем и целом то, что многих людей дестабилизируют. То есть как-то вот дает вот такое ощущение, да, что, что они защищены, вот что у них там все в порядке, что они что у них все нормально в этом смысле. Вот. Хотя, конечно, в данном случае это не так. А вот, понимаете, да? То есть, вот к вашей маме нужен, как мне кажется, подход, вот, свой. То есть нужен подход, чтобы мама увидела, поняла, прочувствовала, что вы действительно о ней заботитесь, беспокоитесь и так далее. А сейчас она видит только то, что вы от нее что-то требуете, понимаете, что она болеет и так далее. Ну, само собой это не понравится в данном случае это не понравится никому. Вот. И ваша мама, она
В этом смысле просто не исключение из правил, к сожалению. Вот, а может быть и к счастью. Поэтому самое лучшее, что, ну вот, на мой взгляд, вы можете сделать, самое лучшее, что вы можете сделать, это рассказать своей маме о том, для чего ей зачем ей вот делать то, что вы хотите, чтобы она сделала. Понимаете, да? Скажешь. Для чего ей это нужно? На ее языке, как раз, чтобы ей было понятно, чтобы она, что называется, прочувствовала это. Понимаете, да? И тогда у вас вот как раз появится реальный шанс для того, чтобы ее направить. Но важно понимать, как мне представляется. Важно понимать, что действовать она будет, ну вот, по-своему. Вот. И вот, собственно, это то, на что вот хотелось бы обратить вам ваше внимание, в первую очередь. На то, что мама будет действовать по-своему. Независимо от того, да? Например, как хотелось бы вам. Вот. К сожалению. Вот то, что я могу вам сказать сейчас. С точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. Неприятная история, мне, безусловно. Неприятная ситуация, безусловно. Вот, но как бы ничего не поделал. Ваша мама человек взрослый и сама знает, как ей поступать. Вот. Поэтому нужно посмотреть в первую очередь, не чувствуете ли вы
себя, ну вот, виноватым, например, из-за того, что вот она не хочет, ну, лечиться, не хочет беречь себя. Вот. Потому что ваше чувство вины, оно как бы маме не поможет, к сожалению. Вот. Вот такая вот история. То, что я могу вам сказать. Вот, пожалуй, все, что хотел донести. Я до вас на данный момент надеюсь, что это было вам полезно и интересно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Обращайтесь за помощью, вам она пригодится, и вы сможете разобраться, как вот, значит, как вам в своих отношениях с мамой, вот, так и вот себе саму, что, в общем-то, пойдет на пользу, и вы с мамой вполне возможно найдете какой-то общий язык. Вот. Удачи вам, всего самого доброго. Обращайтесь, не затягивайте с обращением.